Сейчас я вам покажу уникальное письмо, друзья. Вы ничего не видите? Вы видите прекрасные яблоки. А из чего? Здравствуйте, Валерий Константинович. Внимание! Это новое садоводство, новое. Вот, ну, человек уже не просто что-то делает, он понимает, что он делает. Несколько лет подряд заказываю у вас семена абрикосов, яблонь и слив. Все растет, радует глаз. В этом году думала, ничего больше садить не буду. Но руки чешутся. Пришлите, пожалуйста, каталог семян. Посмотрела вебинар, говорите, уже много раз купили. Тоже хочу еще что-нибудь заказать. Много раз купили, но самое странное, обидное, что скоро кончатся культурные косточки. Заказывайте, пока не поздно. Вот. Я вам как-то писала, что испортила, термин мой, ранетку вашими черенками. Внимание, сейчас поймете, это не шутки, вот это вот. Вот. Привила укропные ранетки несколькими черенками. Лист и ягода на ней укрупнились и поменяли форму. Дальше читаем, еще интереснее. В то же время привила несколько черенков в крону молодой яблони. Она плодоносила пару лет. Яблоки были мелкие, зеленовато-белесые, не сладкие по вкусу, как картошка. Ваши черенки на яблони не прижились, но через год яблоки изменились. Я тут вставку сделал. Мой новый термин для науки, надо было писать для будущей науки. Будущей науки. Инфицирование по железу. Внимание, я ничего не выдумал. Они укрупнились, стали ярко-красными и медовыми по вкусу. В этом году было много яблок, изъеденных осами. А вы знаете, друзья, это Ирина Искакова. Вот. Так, вы знаете, друзья, что я скажу? Когда-то мы еще, у нас скоро выйдет два фильма с Сергеем Николаем Георгиевичем, вот, с нашим волшебником, так? И там мы во время телемоста вспоминали Татьяну Сан-Магу. Вот. Она на том свете. А когда-то наша дружба началась с того, что я показал, как, почему у нее уникальные яблоки. А потому что на них осы сидели и впились в это. Когда осы, пчелы впиваются плоды, еще висящие на дереве, вы не переживайте, что они их портят. Да, портят. Но это высшее качество, высшее. Это не просто это самое пятибалльной системе 5. Это по пятибалльной системе 6. Понятно? Вот. Читаю дальше. Осы – дегустаторы. Вот так когда-то мы и подружились. Она была шокирована, удивлена. Татьяна Сан-Нага, когда я ей сказал, что вот же, смотрите, у вас уникальные плоды. Она, правда, вот действительно. То есть сама мысль, что осы едят только абсолютно вкусные, без кислинки, яблоки, это нет. Еще раз. Ну не могу я, ну посмотрите на эти чудеса. Видели? Итак, осы разделили на то, что было, и то, что стало после инфицирования. Стали очень вкусными. На нижних ветках дерева выросло несколько яблок, таких, какие были раньше. Не знаю, почему так получилось. Заметьте, внизу, потом мы дойдем до этого, внизу. Одно из моих открытий связано именно с тем, что внизу и вверху. И тут я сейчас ниже такое письмо получил. Типа, вот тебе железо по морде. Ты не прав. А потом выясняется, что он мне только дал повод доказать свою правоту. Ну, до того интересно жить. Точно помереть не дадите. Высылаю фото яблок с этого дерева. На нем одновременно выросли и белесые яблоки, как раньше, и красные вкусные. Просто чудеса. Спасибо за это волшебство, Ирина Искакова. Это всего лишь новый термин. Это я тут ничего не выдумал, я ничего не присвоил. Это называется насыщение ментором. Насыщение. Вот результат.
Это через тире в скобках Мичурин. Так. Потом, когда вы встанете, вам захочется сохранить вот это, а? Гражданка из Харькова. Милая Ирина, вы захотите сохранить вот это? Что вы будете делать? Вы возьмете уже по железу, наслоение метра, вы возьмете вот веточку, вот отсюда, где красненькие яблочки, и перенесете, чтобы сохранить на следующее дерево уже вкусное яблоко. Но там есть одна особенность, у вас может получиться, может не получиться. Могут опять вернуться к этому состоянию, вот к этому скромненькому, желтенькому. Как? Да потому что вам нужен абсолютный, этот самый адекватный, нет, не то слово, генетически похожий подвой для следующего поколения. Потом еще раз. Мне легко это получалось, я уже разъясняю, на абрикосах. Как 30 лет назад заплодилось у меня абрикос патриарх, так он и сейчас плодоносит. И не заморачиваясь, год за годом, десятилетия за 30 лет подряд я привал на него. Вот тут-то, вот этот феномен, что мне удалось вырастить дерево феноменальное, мне потом Турсун Полат-Дускобилов говорил, у него вот такой десьян на всех нас. Абаканцев, минусинцев, саяногорцев. Вот, уникальный человек, уникальный наблюдатель. Вот. Он не близко никогда такого дерева не видел. А оно мне дало возможность на десятилетия растянуть вот эту самую. Потом я уже появился в следующем поколении. То есть сыновья манжурцы, они вкуснее, они слаще. То есть они более культурные. Но и старик жив. И вот это вот последовательный перенос веточки не с первого поколения на третье, а со второго на третье. Не с это самого, не со второго на четвертое, а с третьего на четвертое. Получается новая технология, новое направление. Скромненько, я, чтобы не отказываться от этого самого, от насыщения ментора по Мичурину, я скромно Мичурин тиражирую, скромненько там притулился к нему. Вот. А вы уже сознательно это все сделали, выводы сделали. И какие выводы? Ну-ка, я аж волнуюсь, знаете как? Выводы. Просто чудеса. И мне спасибо. Заметьте, все сделали вы. Вы сделали чудо. Вот оно. А мне спасибо, говорит. Единственное, что оказывается, мы, как я там написал, я просто расчувствовался и написал. Мы одной крови. Ты и я. Ясно? Фу, Ирина, спасибо за такое. Это мой праздник, да. Это мой, это наш с вами праздник и будущее науки. Вы знаете, как просто все делать. Если бы вы взяли, еще раз, ну не могу я еще, уже мне эта тема уже отняла пару писем других, я не успею сегодня прыгать. Возьмите отсюда семечки. Так, вот это подвойное налекарство, оно морозостойкое невероятно. Отсюда семечки, отсюда. Вырастили, прошло 5, 6, 8 лет. Вырасти, имея уже на одном дереве вот такие вот, они, у них генетически есть уже это самое родство какое-то, пусть они разные. Через 8-10 лет вы получите плоды уже на серии, на целой серии яблонь. Вот, начиная с этого, там 20-40 вырастили. Одни будут, да еще 5-10 лет, а, Елена Александровна Савинич, я ничего не преувеличиваю. Вот, еще 5-10 лет. О прививках речи нет. Мы получаем. Ну, так, я думаю, вот это понадежнее. Я думаю, что Мендель все-таки в этом присутствует. Там очень-очень много этих самых дедов, бабок, там климатические условия такие, что могут быть, перекорежить всю генетику, могут. Но нет, в теории, значит, получим три таких дерева с таким и одно с таким. Так? И теперь его берем за основу, добавляем еще лет 6-8, так? И там уже будет не одно из четверых, вот такое. Если мы опять скрещивать, то все, надо же удержать это все. Самоплодностью нельзя добиться успеха. Самоплодность – это по железу, это наука почему-то или замалчивает, или сами не знают. Самоплодность – это деградация. Это инцест. Самосадик я садила. Так вот, в следующем поколении, ну пусть хотя бы, практически это не так.
Там может быть что угодно. Знаете, как корежит суровый климат, что почти все вот такие будут. Но вы все-таки можете еще получить. Доминантом будет вот это, но вы можете все-таки еще получить пару деревьев вот с такими прекрасными яблоками. И вы пишете заявку, пишете за это самое письмо, значит, вам присуждают, дают сертификат, включают в реестр вот это яблоко. И да, но только вот это пройдет так, 5, 8, лет 20, ну вообще-то еще 30 на это уходит. Так. И вы, наконец, получаете, это же яблоко, которое было получено за... Я специально утрирую, я специально таким тоном говорю. Я не говорю, что там это. Ну, тупиковое направление, вы понимаете? Нормальные герои всегда идут в обход. Это мы нормальные герои. Это мы, Ирина. Понимаете? Уже через 20, а чтобы закрепить, через 30 лет... У вас будет то, что вот у вас уже есть. Теперь вы берете с этих веточек, я еще раз сказал, закрепляете на следующем поколении. Ну, хорошо бы, чтобы по двое были родственниками, иначе это расплывется, понимаете? К этому не придет, но расплывется. Ну что, целую лекцию прочитал. Я надеюсь, понятно, там дальше меня будут по морде, но вы уже видите, вот это вот, вот, я, ой, Господи, сейчас бы Ольгу бы Исакову ту самую, Наталью бы, как бы здорово бы, чтобы, но вас только вот так можно на ручниках привести, вот так, посадить и сказать, значит, не отпустим, пока железо у него, а теперь скажите, где, в каком месте он наврал? Вот в каком месте я наврал, если делать 30 лет? Так, ну что, идем дальше. Это мой, этот самый, ну как сказать, это мой праздник. А, знаете еще почему праздник? Юра, это самое, Железов, Юрий Владимирович, да, брат мой. Так вот, значит, теперь все, что мы сейчас говорим, ты делишь вот этот кусок, он будет выделен, это 16 минут, автоматом попадает в интернет, ой, не туда, конкретно, по автоматам, сегодня выяснил, попадает в Яндекс.Дзен, и я смотрю, два дня прошло, 1500 просмотров. А если будет 20 дней, это сколько? А за 200 дней? То есть, вот то, что я сказал сейчас, меня слушает человек 10-20, сейчас только начало лекции, к концу будет 50-60, вот, это не главное. Потом, через месяц будет 500 просмотров. Это наши границы. Канал непопулярный, там 9 тысяч чем-то подписчиков. Но прорыв случился, Юра. Этот в Яндекс.Дзен теперь попадать будет автоматически. И вот это вот, ты вот это берешь, 16 часов, нет, 16 минут 24 секунды вырезаешь, пишешь. Ну, это надо придумать название, еще придумать. Вот. И это станет достоянием уже тысячи тысяч людей. А сейчас много нас? Ирина Искакова. Да, у нас несколько сотен. Вот таких, этот уровень нас. Маловато, да? Когда миллионы людей возьмут лопату, чтобы уничтожить все плодородие. Вот взять и уничтожить. Прямо с любовью как-то не уничтожить. Понимаете? Как это случилось? Почему это случилось, что это до сих пор становится это самое, доминантная наука такая. Подлая, предательская, каторжная. Миллионы людей отучили, миллионы людей бросили. Если бита в голову надо перекопать. Но не может он, если даже 20 деревьев перекопать это. Ну не может, мы же все старики почти. Так самое страшное, что это все плодородие, вот все, что вы видите, это плодородие земли. Все вернется сюда. Накормит миллионы бактерий, этих самых жуков, там этих самых муравьев. Как они любят это все? Здесь все зависит только от глюкозы. Вот как мы не можем. Вы знаете, когда я отвлекся, а что хочу, то говорю, можете отключаться. Значит, сухой закон помните? Бешеные очереди помните? Нет? А вы знаете, что организм производит, когда никто об этом практически не знает? Нет бы в школе, нет, в школе нельзя.
пусть в институте проходили бы, что в желудочно-кишечном тракте, куда попадает H2O, попадает туда эти самые органические вещества, белки, жиры, углеводы, так? Специальная температура для того, чтобы это все перерабатывалось, растворялось. Но желудок устроен таким образом, что при современном качестве пищи, качестве и количестве, и образе малоподвижного образа жизни, часть пищи не растворяется, а бродит. От слова брожение, брашка. И в организме получается необходимое для среднего человека, средней жизни, спокойное количество C2H5OH. В скобках этиловый спирт. Может, ну, большинство этого не знает просто. А может, знает, но как-то не придает значения. Я же не один такой, чуть не сказал умный. Так вот, оно идет по крови, оно дает нам состояние. Это даже хорошо, потому что тогда человек, переевший такой сытый, он благодушный, он уже не способен ругаться сильно. Он как бы... Вот женщина, которая съедает килограмм конфета, есть такие, да? Она получает равноценное количество, организм вырабатывает C2H5OH с помощью этой сладкой конфеты. Так, равноценно там полбутылки водки. Она вроде трезва, но она без этого жить не может. Каждый из нас требует глюкозу, каждый из нас требует C2H5OH или C2H6O, кто как изучал в школе. В школе проходили. Вот это делает нас не алкоголиками, но склонными. А потом уже самое страшное, когда мы научились делать искусственное C2H5OH, искусственным путем, да, да еще дерьмовым. Вот это уже второй этап. Организм получает снаружи, вот так, знаете, как это называется, получает снаружи, так, и разучивается сам. А плюс Б равняется С. Если С много, то А плюс Б перестает работать. И перестает сам вырабатывать этот самый. Тогда получается следующий этап. Ожирение. Вот, брожение в желудке рано или поздно кончается. Сами знаете чем. Ну и так далее. Я к чему говорю? Природа устроена, я специально на этом... Природа устроила именно это. Что все живое ест сладкое. В основе лежит глюкоза. Все. Все, что вы видите. Все, что живое там шевелится. Муравьи, черви, все жрут сладкое, это их часть жизни. И грибы жрут сладкое. И вот эта цепочка, вот сейчас это все перегниет, окажется на ветках, потом снова упадет. Вот это в идеале нельзя сюда подходить. В идеале. Мы посторонние. Вот животные могут, они тоже, вот это, у них такой же в желудке происходит тот же процесс. Не, ну назовем, ладно, просто брожение. Вот так. А мы извлекаем часть из этого. Извлекаем так. Но пусть мы извлекаем, убираем плоды. Как видите, я беру только часть. Вы заметили, сколько я вам показывал? Оставляю для всех. Вот. Ну, во-первых, потому что мне столько и не надо. Я добрый не потому, что это, а потому что мне лень все это собрать. Вот потому я добрый. Цинично говорю. Но результат вот он. Каждый год такие урожаи. И трава косится, косится, перегнивает, косится, косится, косится. И за 30 лет ни одной подкормки. Сколько рекомендуется кормить, если собрать, сколько вы закупите ядохимикатов, закупите, так, удобрений минеральных, купите там машину перегноя, он сейчас дороже, это дерьмо дороже, чем потом на рынке за эти деньги купить там те же овощи, фрукты, знаете, да? 30 лет кормить там, значит, фосфорные, то, это самое, натриевое, калиевое, азотное, и пошло, и всего такое. Еще предложат вам список из 10-20 наименований. Тот, кто вот такую эту фотографию публикует и напишет, все это уничтожит. А потом давайте кормить, когда вся еда выбрана, когда уничтожены все подземные ходы, когда уничтожена вся система, цепочка пищевая, прям стоит перекопать, она уничтожена напрочь. Потому что идет микориза, после корней микориза, потом грибы. Так,
А грибы кормят черви, а черви, о, вся цепочка уничтожается. А как у вас там? Тимирязевцы, я теперь пока я закрою, жалеть не буду. Почему я покажу ниже? Потому что вся эта порнография продолжается. Ну сколько я наговорил? Вот оно чудо. Нет, не существует вегетативной гибридизации. Ну нету ее, и все, ну нету. Вот так, перекреститесь, и оно исчезнет. Тут ранетка будет. Или все будут желтые. А, тимирязевцы, вот так, перекрестите экран, и все исчезнет. Нас мало, ребята. Ну, зато я выговорился. Дальше, может, поспокойнее получится. Посмотрим.